В этом видео я расскажу, где лучше всего менять доллары на индонезийские рупии, ну и евро тоже. Покажу прям конкретное место, ну и точку оставлю в описании на карте, где она находится. Но для начала я покажу, насколько плохой курс в обменниках. Вот, значит, смотрите, чуть далее будет. В общем, вот я фиксирую, какой курс тут обмена валют. То есть вот обменники такие тут, вот один из них, который, в принципе, в оживленной улице находится. Вот курс тут 13 250. Ну, чтобы поменять доллары на индонезийские рупии, вот курс, что, отдаешь доллары, и 1 доллар, и за 1 доллар дают тебе 13 250 рупий. Вот. А вот, значит, официальный курс какой. Вот мы обновляем страничку в интернете, вот раз, обновилась. А официальный курс, вот, уж никак, ну, где-то тут вот есть, в общем, вот это, наверное, биржевой курс. Все обменники должны ориентироваться на биржевой курс, чтобы не быть в минусе. Вот. Вот где-то, ну, 14100 точно это биржевой курс. Вот. И разница получается, сейчас я вот в уме прям посчитаю, приблизительно, ну ладно, приблизительно. Вот еще, значит, один обменник, тоже такой же курс, прям точь-в-точь, 13 250, доллар можно поменять, 13 250. Вот у них тут уже, в общем, во всех тут почти обменниках такой курс, то есть найти нормальный курс вообще очень сложно. То есть чуть не надо подъезжать и договариваться, как бы, с ними, переговоры вести, чтобы они нормальный курс сделали. Но вот этот курс, это ненормальный. Даже, наверное, там, может, и 6%. Я точно посчитаю. Ну вот, достаточно уже примеров. Я на оживленной трассе нахожусь, в оживленном месте, и такой хреновый курс. А вот обменник Central Kuta. Это который, значит, это который рекомендует Балифору. Это телеграм-канал и сайт такой Балифору у них. Они вот рекомендуют. Чего-то они рекомендуют по такому курсу менять, по 13 250. Тоже точно такой же курс. Вот три обменника я сейчас заснял, и курс везде одинаковый. 13 250. Никак, ни на долю, ни на чуть-чуть не различается. Везде он вот очень хреновый. Вот я все зафиксировал вот это. Сзади меня вот находится банк Мендири. Вот он. Сегодня, значит, 18 января 2021 года. Вон там вход, я туда не пойду, к самому входу. Значит, мне здесь вот только что предлагали менять по курсу доллары на рупии, 13 900 рупий за 1 доллар предлагали. Вот. Значит, сейчас я покажу, какой официальный курс. Вот я обновляю страничку. Раз, обновилась. Так. Вот, значит, за 1 доллар дают 14 000 80 рупий. Это биржевой курс, на него все ориентируются, все банки. То есть получается разница между 13 900 и 14 080, ну, где-то там 1,2%. Вот. А в обменниках я вот только что показывал, разница там где-то 6%. Ну, точную цифру я там напишу, потом посчитаю, на экране будет написано. Вот, то есть где-то, ну, на 4,5% точно обманывают. Вот. Но русские с Балифорума, они, конечно, предлагают курс чуть-чуть получше.
Но они там себе забирают за операцию там примерно процента 1.5-2. Ну, пытаются, конечно, как можно больше. То есть мне сначала пытались, они предлагали курс, значит, где-то на 3% в их пользу. Вот. Ну, точка банка, где банк находится, будет на Google карте, тоже я отмечу. Вот этот момент Дири. Ну, этих банков, отделений их много. Вот я одно из них оставлю, точку в описании. А другие можно найти на Google картах. В общем-то, не проблема. Ну и существуют еще, конечно же, другие банки. Это так, для примера, один банк. Я вот в интернете порылся и его нашел. Ну, как бы по интернету информацию нашел, на сайты банка, на сайты банков заходил. Вот этот банк нашел. Вот тут неплохой курс. Может быть, еще и лучше есть курс где-то. Эту информацию все скрывают. Точнее, те, кто занимается обменом денег, они ее тщательно скрывают. Вот. Даже на Бали-форуме не написано вот этой, нет этой информации. Они ее почему-то скрывают. Видимо, они просто на этом зарабатывают тоже. Имеют свою какую-то долю от обмена денег. Распространите это видео, чтобы люди понимали, знали, где нормальный курс, и не обменивали деньги по невыгодному курсу у всяких менял разнообразных, в том числе русских менял. Ну и поставьте мне там пару лайков хотя бы. Я полезную информацию нашел.